Опытный фермер Николай Клочко открывает улей и проверяет медовые рамки. Пчеловодством занимается не один десяток лет. Началось все с увлечения и пары ульев. Теперь ни дня без пчел. Ну, начинал я с 10 пчелосемей, потом это увеличилось до 80, до 100 пчелосемей. А вот уже с 2004 года наша пасека доросла до размеров порядка 500 пчелосемей. Хорошая пчелиная семья в год собирает до 100 килограммов меда. Ежегодно Николай получает порядка 50 тонн пчелиного нектара. Вот здесь вот кусочек, есть сота, участочек сота, на котором находится мед. Вот они принесли свеженький. Вот блестит, они там кушают его. Когда мед созревает, происходит отбор сотов после откачка меда. Сейчас у Николая Дмитриевича весь этот процесс автоматизирован. Он приобрел современный станок для распечатывания сота рамок и медогонку. Кроме меда, фермер делает декоративные свечи из воска, собирает пыльцу, принесенную пчелами в улей. Вот из старых соторамок, из забруса так называемого, это получается воск при распечатке медовых рамок, соторамок, вытапливается воск. Стали изготавливать из воска вот такие прекрасные изделия, которые пользуются спросом также у наших покупателей. После воссоединения Крыма с Россией пчеловодам хорошую поддержку оказывает государство. Выплачиваются субсидии, есть льготные кредиты. Кредиты в размере до миллиона и выше рублей, и с процентной ставкой до 5%. И второе — это получение грантов. Гранты получают, у нас уже получило где-то под 10 пчеловодов. Вклад пчеловода в экономику Крыма огромен. Опыление растений увеличивает урожайность. Уже сегодня Николай будет вывозить пчел на фруктовые сады. Султанис Такаева, Магомед Нестуров, телеканал «Миллет».